Всем привет! Вы на канале Жестянка! Привет! И мы сегодня будем играть в вязаных человечках. Продолжаем играть в игру Little Big Planet 3. Это очень неплохая штука, только мы забыли вставить диск. Да. Сейчас приду. Мы начали играть, мы решились, мы собрались, мы оделись, мы поели, мы поставили уже вот игру, запустили PlayStation, диск забыли, сейчас буду. Да, я принес. А я вечно ждал. Хорошо, что ты вечно ждал. Будешь ждать меня целую вечность, сын мой. Это нормально, привыкай к этому. Когда папа станет пожилым, я начну быть еще медленнее. Вставляем диск Little Big Planet 3. Ой, какой он замазанный. А ничего, наша PlayStation все съест. Ну давай. Скушала. Опа. Все, идет загрузка диска вот этого. Да. А пока идет загрузка диска, вы вот подписывайтесь на наш канал Жестянка, нажимайте вот такую красную кнопку внизу вместе с колокольчиком, чтобы получать уведомления. Ага, необходимо войти в песню. Да мы зашли уже. Мы только что закончили наносить финальные штрихи и теперь торжественно представляем твоему вниманию все, да просто все. Смелее включи бортовой компьютер, нажми кнопку меню и прикоснись. А лучше запускаем игру приключения. И мы проходили прошлый раз уровень какой? Это мы проходили уже. О, вот наша карта. Наконец-то. Значит, смотри, что мы проходили. Это мы прошли. Это мы, я не понял, немножко прошли или нет, что здесь где-то 0%. Особняк стежков, мы на нем остановились в прошлый раз. Да. А, потом дирижабль Ньютона мы прошли, Ньютона или Ньютона. Все, вот на особняк стежков. Сегодня мы проходим особняк стежков. Стежков, не стежки. Расскажи какой-нибудь стежок. В лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи каком. Нет? Нету? Нет. Ладно, хорошо. Будем просто без стежков проходить. Держи свой геймпад, а я беру свой. Вот. Мы вместе пройдем этот уровень на 100%. На 123% и 0,7 или сотых, или тысячных, или 10 тысяч. Или 0,7. В общем, давай сейчас будем береться, кто больше. Разглаживаем складки. На... Ух ты, что-то грюкнуло. Ой-ой-ой. Что происходит? Какая-то... Папа, смотри. Ты там... А что ты смотришь наверх, а я тут какую-то машину, смотри, исследую. Что это такое? Ой, я уже не понял. Ай, помпонатор. Помпонатор. Я хочу помпонатор. Ну, возьми помпонатор, пока ты не нашел ни одного задания. Ну, так что вперед... А, смотри, нам говорят вперед пойти. Помпонатор, вот смотри. Папа, а где выбирается помпонатор? Помпонатор, нажимаешь кружочек, выбираешь помпонатор. Быдыщ. Помпа. Да, и мы бегаем с помпонатором. О, ну папа. Ой-ой-ой-ой-ой, я упал. Я тут был. В общем, ты молодец, а я упал. Ну прыгай. Ты тоже упал. И ты же упал. Хорошо, дубль два. Прыжки, прыжки, вместе. Прыжок. Здесь скользко. И прыжок. Бяу. Сюда, сюда. Я упал. И ты упал. Мне пришлось тоже. Хорошо, побежали еще раз. Я тебя подожду. Давай вместе. Давай, беги. Оп. Давай, прыжок. Сюда, управляемся. И прыжок. Я взялся. Есть. И что теперь делать? Мне без тебя идти, что ли? Падать! Так что мне самоуничтожаться, что ли? Без тебя не... Ну ладно, хорошо. Самоуничтожение мохнатого человечка. Ох, он вибрирует в руках у меня. Пробуем пройти этот уровень все-таки. Прыжок. Прыжок. Сюда, на краешек трамплина. И прыжок. Есть, добежали. Так, теперь помпонатор R1 и вверх, как-то я не помню. Ой, как им там управлять-то, я уже не помню, тем помпонатором-то. А, стрелкой вверх. Нет, не стрелкой. Как ты это сделал? Вот так. А, да, точно. Окей, хорошо. Папа. А, да, R1.
Ну, вроде нет. И что? И что теперь? Я вел. Ой-ой-ой. Давай, побежали. Оп. О, здесь мы можем и что это? Восстановиться. Да ладно. А, да? Прыжок. Помпонатором. Тихо-тихо-тихо. Чайник. И что дальше? Новая наклейка. Надо установить этот механизм. Что надо делать? Какая задача? Я остановил механизм, и что? Смотри, он не крутится теперь. А ты что, ты можешь подойти куда-то? Смотри, он перестает крутиться. Надо какую-то штуку дальше... Ой, закрою. Дальше активировать. Помпонатор. Хорошо. Проходим. А что это такое? Это где? А, все, смотри, я понял. Вот надо на эту штуку дуть. Вот, температуру подним. Ой-ой-ой. Ай, Илюша, я без тебя не полечу. Это помпонатор. Вот что-то выпало. Лови эти штуки. Пошли дальше. Да, словил, это хорошо. Ой-ой-ой-ой. Ой, что это? А помнишь, там как надо хвататься за эти штуки? Так, помпонатор. Вот этим? Вот этой? Помпонатор прячем. Да, я так понимаю. Надо помпонатор спрятать. Что, как его убрать? Вот я его убрал. Да, просто крестик, правильно. А, и оп. Давай, я жду тебя. Нет, не той. Ай! Не той кнопкой. Не той кнопкой. И что теперь? Не знаю. А как? Вот теперь мне одному проходить уровень, что ли? Нет. Не, ну как нет? Нет. А как мне, что мне сделать? Упасть тоже. Давай я сделаю, активирую эту штуку, и вот ты появился. Вот, смотри, не надо ничего подать. Ух ты! Ой-ой-ой! Ой, а может не надо было делать? Не знаю, может не надо было? Может не надо было? А, вот сюда, вот сюда! Да-да-да, тогда давай, я-то прыгнул! А куда идти, я не знаю, помпонатор нужен, наверное. А, смотри, я понял, надо лезть наверх. Теперь не упади, пожалуйста, в эту штуку. Давай. Убрать. Так, а вон прыгалка слева. Слева прыгалка зачем-то. Ой, лес. Ой-ой-ой-ой-ой, какой кот. Котик, да, это хорошо. Мама! На лестницу, наверх. Фух. Опа! Так, мы сделали чекпоинт. Здесь нас... Стоп, здесь нужен помпонатор. Помпонатор. Да не то, что я нажал-то. Помпонатор берем. Я сейчас сделаю сейчас. Помпонатор крутим. Ага, секундочку. Теперь... А, вот оно что. Надо это быстро делать. Перепрыгивай. Теперь я делаю, перепрыгиваю. Все, успел. Быстрее, 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 сюда. Сюда! Ну, я наверху уже. Теперь активирую уже эту штуку. Давай теперь сам доставай помпонатор, да, доставай его. А, дуй на этим, на эту штуковину. Еще, еще, еще до конца температуры. Все, теперь бегом поднимайся наверх. И прыжок ко мне сюда. Все, молодец, успел. Тут горячо, аккуратно. Заберем эти штучки. Все, теперь помпонатор наверх нам нужен. Ой-ой-ой.
Теперь сюда. Поднимаемся еще наверх. Вот так. Собираем эти наклейки. Вот так. О-о-о. Теперь прыжок. Прыжок сюда. Бегом, 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 бегом. Хорошо. Чекпоинт. Угу. Теперь наверх мы стреляем помпонатором. Прыжок сюда. Ну, Илюш, стреляй наверх помпонатором. Давай, тут надо все успевать. Видишь, у папы получается. Давай, давай, давай ко мне прыжок. Хорошо. И главное, не спеши. Ой. Ладно, прыгаем сюда. Не взяли одну наклейку. Помпонатор. Хорошо, что взял наклейку. Ой-ой-ой. Так. Да, дальше игра стала сложнее немножечко, это правда. Оп, пойдем. Ой. Так, то же самое, смотри, здесь нужно будет вовремя успеть. Вон впереди котики, смотри, какие классные. Ага, я не могу сюда пройти. Странно. Не-не, это бесполезно. Значит так, поднимаемся наверх на лестнице. И куда нам нужно, вправо или влево? Наверное, вправо. Давай, 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 давай. Как мило, что как ты мило, что заглянул. Мне она не нравится, эта женщина. Счастливого пути. Опа, по-моему, она нас выкинула куда-то. Ой. Она хочет нас уничтожить. Прыгай, 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 прыгай. Не знаю, правда, куда. Нас раздавило. Так. А, вот же лестница, Илюш, лестница. Лестница, 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 лестница. Прыжок, то же самое, лестница. Давай, давай, поднимайся. Быстрее реагируем. Давай, прыжок к лестнице. Поднимаемся. Жди, 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 жди. Надо было ждать. Надо было ждать. Поднимаешься наверх до лестницы, ждешь. Прыгай. И жди. Поднимайся выше. Жди. Прыжок. Поднимаемся, поднимаемся. Ну, Илюш, ну... Слушай, я уже давно прошел. Давай, 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 давай. Все? Да. Ну я поднялся. Ну давай, до чекпоинта сейчас дойду. Хорошо? Да. Ой. Надеюсь. Вот ты появился возле чекпоинта. Хорошо, я тебя поздравляю. Продолжаем путь. Я думаю, что мы... О, опять подъем наверх. Ну поехали. Давай, пошли со мной. Давай. Опа. Я зачем-то на эту сторону прыгнул. Ай. Ого, какие котики. То есть я не зря в левую сторону, да? Да. Ничего себе. А как мне теперь... А как мне теперь? Ну ладно. Вот, вот. Не надо было так делать, да? Хорошо. Надо было просто активировать меню. А! Нет. Сюда, правильно, 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 правильно. Я там уже был уже, Илюш. Сюда, правильно надо было. Вот так, да. О, да, все правильно. Стой, она горячая внизу, эта штука, смотри. Мяу. Гадкий котик. Ладно, пойдем дальше. Особняк. Ой-ой-ой. Это чекпоинт? Не знаю. Это чекпоинт, наверное, да? Что это? Огненная стена? Огненная, да. Огонь Монти. Огонь Монти. А, надо стрелять в них. Да. Помпонатор доставай. Я помпонатором в них стреляю просто, и все. Я просто стою на месте и мотыляю в разные стороны помпонатором. Вот это я понимаю. Задача. Ты забрался на крышу. Мы забрались на крышу. Мы забрались на крышу. Игра становится дальше все сложнее и сложнее. Это интересно. Это накаляет страсти, создает надежды и вселяет в нас неуверенность в себе, если честно. Оно зато вселяет в нас уверенность в себе, что просим вас вот это вот нажать, подписаться. Да. А подожди, подожди, а что нужно нажать дальше, что будет продолжать? Нажимайте кнопку, пока она грузится, нажимайте на кнопку подписаться. Да, и колокольчик, он нужен, колокольчик для того, нужен обязательно. Чтобы
вы не пропустили ни одного нового видео. Причем можете зайти на канал Картонка, подписаться, нажать колокольчик, и на наш канал Изнанка тоже нажать подписаться и колокольчик. А игра все грузится. Да. Странная какая. Пока. Нажми сюда и сюда, чтобы посмотреть новые видео про игры с нами. И нажимай большую красную кнопку, чтобы подписаться на наш канал Жестянка. И колокольчик рядом с ней. И не пропустишь ни одного нового видео. Ну что, какое видео выбираешь?